Всем привет, меня зовут Юлия, вы попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И если вы подписаны на мой ТикТок, то вы часто слышите о том, что я заказываю средства на польском, как мне кажется, сайте natina.de, но который тоже представлен в Германии, и там есть косметика, которая продается в Чехии, в Польше, в других каких-то странах, которая недоступна в Германии. Это не реклама, я не сотрудничаю с этим сайтом, просто там очень удобно все заказывать, все в одном месте, там достаточно бюджетные цены, и в этот раз мне нужен был текстурирующий спрей для волос. Опять же, если вы знаете, то я очень люблю делать локоны на волосах, и для того, чтобы сделать их более структурными, чтобы укладка держалась лучше, но в то же время волосы не склеивались, я использую текстурирующий спрей. До этого у меня был спрей от Taft, но, к сожалению, я не знаю, то ли его сняли с производства, не знаю, что произошло, но я его не могу нигде найти. Поэтому я решила поискать что-то похожее на Natina, и, естественно, помимо этого спрея, я заказала еще кучу всего, ну не куча, здесь не очень много продуктов, но все-таки что-то я заказала. И давайте вместе с вами распакуем. Я еще не распаковывала, только посмотрела, все ли на месте или нет. И давайте начнем. И, конечно же, начнем мы с того самого спрея, ради которого я туда шла. Мне этот спрей посоветовала жена моего брата. Она занимается визажем и прическами, то есть она профессионально занимается этим делом, и она разбирается во всех этих спреях. Она посоветовала мне вот этот вот спрей. Он на основе пудры, тем самым он придает объем волосам, текстуру волосам, и стоит он на Natina всего лишь около 9 евро. Я оставлю вам все цены и ссылки в инфобоксе, так что заглядывайте. И она говорит, что он очень круто работает. В общем, проверим. И самое интересное, что на Natina он стоит около 9 евро, а в Дугласе он стоит около 30 евро. У меня тут закрадываются вопросики, но сколько раз я заказывала на этом сайте продукты, никогда не было никаких подделок или что-то работало не так. Все было всегда отлично, поэтому я думаю, что в этот раз будет то же самое. Расскажу вам, понравится мне он или нет. Следующее, что я заказала, это солнцезащитный крем от La Roche-Posay из линейки Antelios. Я люблю эту линейку, у меня был до этого крем, и сейчас еще есть, с добавлением тона, то есть его можно использовать как такой BB-крем, в то же время защищая свою кожу от воздействия солнечных лучей. Но в этот раз я заказала без тона, у них даже очень похожие баночки, то есть выглядит вот таким вот образом здесь, 50 мл, мне обычно хватает его на очень долгое время, и как я уже сказала, он без тона, и этот солнцезащитный крем для лица, для кожи, склонный к жирности и к высыпаниям. Сейчас в Германии просто ужасная жара, и когда я захожу в метро, и там нужно еще носить маски, то это прям боль для меня, поэтому я решила выбрать какое-то солнцезащитное средство, которое будет помогать мне матировать мою кожу, в то же время защищать кожу от воздействия солнечных лучей, оказывать антибактериальные действия и не вызывать прыщей новых, то есть это средство не забивает поры. Помимо этого, здесь в составе есть витамин В3, термальная вода La Roche-Posay и витамин Е. В общем, здесь очень неплохой состав для солнцезащитного крема. Я его попробовала уже на руке, и мне очень понравилось то, что он быстро впитывается, не оставляет никакого жирного следа или блеска, или белого налета. В общем, я думаю, что он будет хорошо работать, как и многие средства от La Roche-Posay. Обязательно вам расскажу, если мне это средство понравится. Следующее, такой вот пакетик со всякими мелкими моими заказами. Я решила попробовать вот такой вот супер клей от фирмы Catrice. Мне многие советовали этот клей для бровей, говорили, что он работает не хуже, чем какие-то другие более дорогие аналоги, и я все-таки решила попробовать. Он укладывает брови, то есть они лежат так, как вы их уложите. Думаю, что он будет неплохо работать, у него были хорошие отзывы, и этот клей на Natina стоит или точно так же, как, например, в DM и Rossmann, либо даже немножко дешевле. Точно не помню, посмотрю, оставлю вам цену, как всегда, здесь. Он абсолютно прозрачный, и надеюсь, что он будет хорошо работать, тоже вам потом расскажу. Следующее из таких мелких заказов, я заказала также свой любимый консилер от Catrice также, в оттенке 010 Porcelain, это, по-моему, самый светлый оттенок, но мне он очень хорошо подходит, я обожаю этот консилер, я постоянно им пользуюсь, вот сейчас только красилась, использовала мой старый бутылек, я там уже вытащила вот эту вот заглушку, которая не дает выскребсти все средство, и сейчас решила его прям вот добить до самого конца, потому что уж очень он мне нравится, я пробовала
использовала другие какие-то консилеры, и они с этим консилером не сравнятся. Мне он больше нравится, он все перекрывает, и, собственно, он не особо дорогой. Также сейчас на него скидки на Натина, поэтому не смогла устоять. Следующая – это нашумевшая тушь от марки Essence, которая называется Lash Princess, и здесь эффект нарощенных или как фальшивых ресниц. Очень многие блогеры, они рассказывали в ТикТоке о том, что она действительно удлиняет ваши ресницы, она супер бюджетная, она стоит в районе 3-4 евро. Опять же, цену оставлю. У нее обычная кисточка. Давайте вместе даже посмотрим. Да, у нее такая длинненькая, обычная, не силиконовая кисточка, которая должна удлинять ресницы. Там целая линейка, там есть и водостойкая тушь, и тушь для объема, то есть для разных ваших потребностей. У меня это именно для удлинения ресниц. В общем, буду пробовать. Также от Essence заказала вот такую вот помаду, которая называется Hydration Nude. Мне, как оказалось, очень идут такие оттенки, даже сейчас вы видите, у меня нанесена помада, не эта, но очень похожий цвет. Как-то я не люблю слишком яркие помады, либо слишком розовые. В последнее время вообще ими не пользуюсь, не покупаю, а вот такие вот нюдовые оттенки, но я их наношу обычно не в единичной такой носке, а всегда добавляю контур каким-то карандашом, немножко темнее по оттенку, и тогда получаются такие прям аппетитные губки. И эта помада, как я уже сказала, нюдовая, и она должна хорошо увлажнять губы, так как она заявлена как hydration, то есть увлажняющая. В общем, тоже буду пробовать. Там есть несколько оттенков, все они такого нюдового подтона, то есть не слишком яркие, есть немножко темнее, чем этот. Мне кажется, это самый светлый. У меня оттенок 301, который называется Romantic, так что буду пробовать. Следующее, я заказала пробник от BB Cream Super Plus Beblish Balm Original BB от Skin79. Я его не просто так заказала, у меня он уже раньше был, тоже такой же пробничек. Он есть и в огромной бутылке, но я не очень люблю заказывать большие банки, так как у меня достаточно много каких-то тональных средств, и я пользуюсь всеми по чуть-чуть и каждый день разными, поэтому не хочу, чтобы он стоял и пылился. Мне очень нравится, что этот BB крем с защитой, с фактором защиты от солнца 50, то есть его можно наносить и, в принципе, не переживать, что солнце как-то будет воздействовать на вашу кожу. Вот так вот он выглядит. Он и в большом варианте не супер дорогой, то есть он стоит в районе 12 евро, но там прям большая такая банка. Здесь всего лишь, сколько здесь, 7 грамм, это корейская марка. Как вы знаете, корейцы любят и могут делать хорошие BB-кремы, он прикрывает абсолютно все. Как я уже говорила, у меня такой был, и мне он очень нравился, он не казался серым, каким-то белым, в общем, он идеально подходил для моей кожи. Буду пробовать сейчас, может быть, что-то у них изменилось, но я обычно наносила его либо вообще просто пальцами, либо спонжиком. Следующее – это спрей для придания свежести вашему дыханию с ментолом от марки Denta Mint. Не знаю, что это за марка, мне кажется, она представлена в Польше. Здесь 27 мл, это прям вот такой вот спрей. Пахнет ментолом. Мне он нужен просто, чтобы быстро освежить дыхание. Не всегда люблю жвачки жевать, и иногда это как-то неуместно. А так можно быстро побрызгать и чувствовать себя более уверенным. Люблю такие средства, почему бы и нет. Они, это средство продлевает свежесть, и также он антибактериальный, то есть вы как бы убиваете двух зайцев. И лишний раз защищаете вашу полость рта от бактерий. Следующее, это гель для душа от марки Dermacol. Когда мы были в Чехии, вот последний раз мы ездили в Карлову Вару, то как я вам уже рассказывала в ТикТоке, по крайней мере, что меня очень заинтересовала марка Dermacol. Там очень много средств, она не представлена в Германии, это прям чешская фирма. И я в себе взяла и тональный крем от этой марки, и фиксирующий спрей, и я очень довольна качеством этих средств. И в этот раз выбрала вот такой вот гель для душа. На самом деле я выбрала только для того, чтобы у меня была бесплатная доставка, там с какой-то определенной суммы начинается бесплатная доставка, но он просто потрясающе пахнет. Он пахнет кофе и орехами макадамия, такой прям кофейно трюфельно-шоколадный запах. Думаю, что будет очень приятно пользоваться им в душе. Ну и последнее, это вот такой вот набор. Он называется
New Year's Eve Countdown Box. То есть это вообще бокс, который дарят на Новый год за сколько? За 5 дней до Нового года вы по одному открываете, и на Новый год, 31 декабря, вы открываете последний ваш подарочек. Это что-то наподобие адвент-календаря, только перед Новым годом, а не Рождеством. Ну, тоже интересная такая достаточно идея. Этот набор стоил достаточно бюджетно, учитывая то, что здесь 5 средств. Я посмотрела, сколько эти средства стоят в отдельности. По отдельности я очень люблю средства от Catrice, и поэтому очень выгодно было приобрести вот такой вот бокс, тем более, что у него сейчас была скидка, так как сейчас не сезон, естественно, покупать такие подарки. Здесь написано, что это сделано в Польше. Давайте посмотрим, что же внутри. Я уже, конечно, знаю, что внутри, но все же давайте взглянем. В первой коробочке у нас патчи под глаза, которые придают энергии, увлажняют, и здесь добавлен кофеин, то есть они должны, по идее, бодрить вас с утра, если у вас есть какие-то отеки. Я держу такие средства в холодильнике, никогда не помешают, особенно такие вот единичные патчи, их удобно брать с собой. Следующий у нас, в следующей коробочке маска, которая очищает поры. Я уже пробовала эту маску, мне она очень нравится. Она, кстати, стоит в районе, только одна вот эта вот маска стоит в районе 6 евро, если вы будете покупать ее отдельно, поэтому этот бокс явно себя оправдывает. Здесь 1% BHA кислот, то есть он хорошо, эта маска хорошо будет очищать поры, проникать в ваши, очищать ваши черные точки. В общем, мне она нравится, классная маска, здесь не очень много, но работает она круто. Вообще вся эта линейка с кислотами от Catrice, еще есть тоник такой и сос-средство для прыщиков, то есть это вся линейка от Acne, она очень даже неплохая. Я много средств пробовала, мне очень нравится тоник из этой же линейки, поэтому советую присмотреться. В следующей коробочке у нас находится Deep Cleansing Oil. Это масло с витамином Е. Здесь нет парфюма, то есть оно ничем не пахнет. Это, в принципе, то же самое, что и гидрофильное масло, только в таком вот формате с пипеткой. Вы берете буквально 3-4 капли, как написано здесь в инструкции, наносите его на лицо, как обычное, опять-таки, масло для очищения, и все это массируете, то есть убираете всю косметику, размазываете это все, и затем уже смываете вторым этапом очищения с помощью пенки, геля или того средства, которое вам нравится. Думаю, что тоже будет неплохо работать. Я почитала, отзывы были хорошие. Это средство тоже стоит в районе 6 или 5 евро. Поэтому, как я уже сказала, этот бокс оправдывает себя. Следующее – это средство для губ. Это кушон для губ. Я еще не пробовала. Я все смотрела на эти средства у Catrice. Здесь есть кокосовое масло и масло конопли. Это прям такое средство, как бальзам, вы наносите его на кожу губ, и оно хорошо должно увлажнять. Давайте я даже выдавлю немножко. Он достаточно густой, прям вылезла такая колбаска, то есть будет хорошее увлажнение, пахнет оно вот как раз-таки кокосом, как мне кажется, больше, чем чем-то другим. Я думаю, что будет неплохо работать, учитывая, что он прям такой жирненький, мне кажется, классно будет наносить его на губы ночью, ну то есть на ночь и на утро, чтобы они были мягкие и напитанные. Ну и последняя коробочка, здесь у нас скребок гуаша. У меня уже есть один скребок гуаша, но никогда лишним не будет, может быть, кого-нибудь его подарю. Посмотрите, вот такой вот розовый, очень классный. Это гуаша из розового кварца. У меня, кстати, мой гуаша из жадеита, поэтому будет разный. Попробовать, мне кажется, разницы никакой нет, из какого камня он сделал. Главное, чтобы он был такой холодный, чтобы было приятнее и полезнее делать массаж гуаша. Про массаж гуаша я также рассказывала в ТикТоке. Классно помогает от отеков. Всем советую пользоваться этим средством. Ну что ж, это все продукты, которые я заказала на сайте Natina.de. Как я уже говорила, мне очень нравится этот сайт, там очень демократичные цены, там много продуктов, большой выбор, и не только немецких продуктов, что самое главное, есть и польские, и чешские, и продукты из других стран. Там есть, кстати, даже российская косметика, ну, по крайней мере, та косметика, которая представлена в России. Очень много средств от Пупы, например, Пупы нет здесь, в Германии, также Буржуа, в общем, полистайте, возможно, вы тоже найдете что-то интересное для себя. Ну, а я буду с вами на этом прощаться, надеюсь, что видео вам понравилось, было интересным и полезным. Если это так, то обязательно ставьте пальчик вверх, тем самым вы помогаете продвижению моего канала. Пишите ваши комментарии, мне будет очень интересно почитать. И до новых встреч, новых видео. Пока-пока.